5 баллов. Рекомендую. 4200. Все включено, ребята. Сахалин. Welcome. Перемещает. На устье Лангеря находится река Лангерь, остров Сахалин. Это база. Сейчас в тумане не видно, но я потом ее более подробно сниму. Здесь рыболовецкая база, ну и также туристическая. В устье реки Лангерь находится. Ну и буквально 100 метров. Охотское море. Где вот край там заканчивается, это Охотское море. И прибой слышно. Сегодня утром ребята поехали, не поленились. Ну и буквально километров 5-6 выше устья нашли, где кижуч клюет. Ну мы собрались и поехали туда. Все легко и просто. Вот она, устье. Южно-Сахалинский тамешатник с нами едет. Я на камеру сказал, что с нами едет Южно-Сахалинский тамешатник. Вкратце, куда едем? День второй или третий у нас? Второй. Второй. Река Лангере. Едем. Точнее, без нас душат. Без нас душат, а мы что-то здесь настраиваемся долго. Долго запрягаем, как говорится. Вон Дима. Ну ничего, мы сейчас их обловим. Да, мы сейчас их обловим. Маленький мини-обзор будет на лососевые снасти. На киту, на кижуча. Ну и сразу про замену крючков. Вот ядовитые цвета здесь преобладают. Сейчас я еще принесу. У рыбаков лососевых преобладает вот такие цвета, основная масса. Вот это я любезного Александра взял. Вот такие ядовитые цвета. В основном это мэпсы. И что у нас? Что у нас? Я бы, конечно, они мне дали эти блесна покидать, но что я заметил, вот на эту блесну уже вытащили одного кижуча. Ну и смотрите результат какой. То есть у мэпсов надо, и у мурана, и у мэпсов тройники всегда меняем, господа. Это рыбалка на кижучу, на киту. Они рыбобойкие, поэтому меняем тройнички. Обязательно тройнички меняем. Вот это сейчас подбираю. Я овнаровские меняю. Сейчас надо будет откусить. Так. Вот так делаем. Дождь. Все криминально. Все. 2 минуты и овнарский крючок здесь. Так, господа, еще раз повторяюсь. Кижуч, кита, лососевые, рыбалка на Сахалине преобладает все это. Яркие цвета прямо, ядовитые. Вот. Я даже больше вам скажу. В Сибири у нас таких, наверное, и не найдешь в таком разнообразии, как это здесь это все это есть. Вот.
И кидаешь, и кидаешь, и кидаешь. Какая сработала, значит, на ту весь день рыбачит. Все, вот так вкратце. Обзор на кижучевые снасти, ребят. А кто поймал? А, брат твой. Погода, огонь на Сахалине, мужчины. Да, это кижуч. Да, ребята, это кижуч. Это кижуч. Вытащить бы только. Смотри, смотрите, как он делает, что он делает. Что он делает. Боец. Боец до мозга костей. Боец до мозга костей. Есть, и выпал, выпал, прикинь, выпал крючок, да ну, да ну, мой, мой, меня не видно там, наверное, видно, не, я спрятался за шапку, побрать, Андрюган, моя, ну да, прикольно. Знаете, как было, произошло? Я только сказал, ты слышал же, да, Артем? Ага. Я говорю, Артему говорю, где мой кижуч? Наверное, в море. И закидываю с этими словами. И поклевка. Поклевка, как у тайменя. Ну, это хороший, да? Конечно. Килограмма 4? Я думаю, да. Ну, через пол железа. Леня монстр, вообще монстр прям. Ну а я же это, ее же бро, можно брать вообще? Кушать? Конечно. Вот. Поймал, отпусти, здесь не канает, ребята. Я его съем. Я его съем. Ну что, Дима, давай пару фоточек, да? Ух, мужики, бля. Я кижучатник 100%-ый! Вторую завалил! Ай, красава! Ну такая же! Да. Ну да, покрупнее, слышишь, я прямо чувствую. Тут влазил, а этот нет. Так я его в ногу вытащил. Вот
все, господа. Ой. Тихо, 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 тяга, 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 тяга. Ну это жесткая, жесткая, но это побольше, ага. Леня, 100% кижечатник. Есть. Ой, красава я, вообще красава. Ну что, выключай, давай пару фоток. А, сейчас, подожди. Страна встречает кижечатника главного. Братья, вам спасибо. Ваши блёсны сработали. Мы знали только, что ты задерёшь. Мы с Саней даже спорить не стали. А где он? Лёха поймает. Где Саня? Спит? Не, не спит. Поздравляю. Тут двух, там двух. Вообще красиво. Все, братан, мои блёсна сработали? Спасибо. Я не сказал, что ты понимаешь? Только твои семьи. Нет, ну когда я говорю, что ты понимаешь, короче, сработало. Первый. Ловишь? Ну, конечно. Тут даже спору нет. Мы команда. Команда. Это, братан. Ты кайфанул? Конечно. Прыгал? Нет. Он прыгал? А самого здорового налегке вообще. О, вот эта самочка хорошая. В нагу. Вот смотри, это свежак. Слушай, икры же я взял. Это прям свежак. Миха вам икры сделал. Короче, спасибо, братья. Димон. На туре сохранить. Ну мы утром еще братья корейцам. Слезнем. Рыба заходит. Братья корейцам, ну. Рыба свежая. И сейчас плескаться ночью. Да. Я говорю, а сейчас самая вечерка. Самая. Это до часов 9. Ну просто потом потемну идти, это же очень говоря. Да мы сейчас ее промокнемся.